Около 70 тысяч ребят пришли сегодня на учебу в техникумы и вузы. Студентов ведущих высших учебных заведений республики поздравил временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. В ЧГУ имени Ульянова в этом году на очную форму поступили 2000 человек, из них 1500 за счет бюджета. Всего же в 2015 году получать образование в этом вузе будут 15,5 тысяч студентов. В вузе 17 факультетов и 3 филиала. Я выбрал эту профессию, потому что мне очень хотелось помогать людям. После 9 класса, когда начались вступительные экзамены, я поставил для себя цель начать помогать людям. И я решил, то, что нужно идти на медицинский факультет. Вот. Ну, наконец, моя мечта осуществилась. Я очень рад. Самый радостный человек сегодня на земле. ЧГУ, спасибо. И неудивительно, университет – одно из ведущих учебных заведений не только Чувашии, но и России. 4 года подряд он признается эффективным. В мониторинге государственных вузов России по качеству приема в 2014 году ЧГУ среди 78 классических университетов страны занял 23 место. Университет входит в число 100 вузов, прошедших общественную аккредитацию Ассоциации юристов России. Вы прошли путь подготовки к поступлению в вуз достойно. Он был сложным. Это ваша личная заслуга. Однако сегодня хочу сказать слова благодарности вашим родителям, мамам, папам, бабушкам и дедушкам, которые делали и делают для вас все возможное и невозможное. Правильно поступили и те, кто решил учиться в педагогическом университете. Профессия педагога вновь становится востребованной, а труд учителя достойно оплачивается. Госпедуниверситет – старейший вуз Чувашии. Он ведет свою историю с 1930 года. С момента открытия вуз подготовил более 52 тысяч специалистов. Альма-матер гордится и своей учебной базой, и своими выпускниками. Для вас открыты огромные возможности для того, чтобы найти достойное свое рабочее место. Вы педагоги, вы будущие учителя, вы управленцы, воспитатели. Вот сколько я знаю знаменитых людей, многие из них первоначальное образование получили специальность учителя. Задача, конечно, ваша прямая – это воспитывать наших детей, учить их, чтобы они были добрыми, любящими свою страну под названием Россия, малую родину под названием Чувашия. И вообще у вас должен быть такой бренд: я люблю свой университет, я люблю Чувашию, я люблю свою Россию. Вы готовы к этому? 3, 2, 1, ура! В Чебоксарском кооперативном институте впервые порог вуза переступили более 700 юношей и девушек. Выбрала этот институт, потому что он мне больше приглянулся. Он очень престижный, красивый. Я учусь на экономическом факультете, потому что я люблю математику. Хочу хорошо выучиться, надеюсь на красный диплом и выбрать достойную работу. Работу будет найти несложно. Институт сотрудничает со многими предприятиями на предмет прохождения практики и повышения квалификации. Михаил Игнатьев вручил награды преподавателям и студентам, а также ответил на вопросы студентов. Молодых людей интересовали трудоустройство, реализация социальных программ, перспективы экономического развития республики и другие темы. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаметов.